Всем добрый день! Как говорится, беда не приходит одна. Я сегодня зашла в магазин, купила две канистры, опять воды одна здесь, одна на полу, уже по 45 рублей. Вода дорожает. У нас по всей улице замерзла вода. Я звоню в водоканал, звоню в разные инстанции, меня говорят, ждите порядка очереди, вы не одна такая. Тут много людей, которые остались без воды. Я говорю, а подвоз-то вообще как-то будет осуществляться воды или нет? Они говорят, не знаем, мы не в курсе. Я говорю, и что мне делать? У меня семеро детей, мне надо как-то их накормить. Чтобы накормить, мне надо воды, чтобы сварить-то. Не знаю, звоните куда-то, пишите, идите. Если дадут добро, значит, вам привезут воду. Вот и получается, что сейчас мне придется покупать всю оставшуюся зиму воду. Это вообще. И причем все улицы у нас так. У нас вся улица без воды сидит. И у нас по городу почти весь город без воды сидит. Это вообще какой-то дурдом. Ой, кошмар. Я вот с утра сразу зашла, две канистры взяла воды. А куда деваться? У меня дети-то есть, пить хотят. Мне вода нужна. Ладно, вот где-то там посуду помыть, я натоплю снег. А эту же воду, снег-то топленый, тоже ведь не попьешь. Короче, кошмар. Сегодня поеду в администрацию, буду разговаривать в водоканал, в администрацию. Пусть что-то делают, пусть осуществляют на нашу улицу подвоз воды, потому что люди все без воды сидят. И у нас тут почти вся улица, где есть дети или пенсионеры, или инвалиды. Я говорю, это кошмар какой-то. У меня вот, например, нет воды, чтобы съездить на колонку и привезти... Нет, то есть машины привезти с колонки воды. Можно, по идее, съездить на колонку за водой. Это на совхоз. Это несколько остановок ехать. У меня нет машины, чтобы привезти воду. И даже больших канистр нет. Вот эти вот бутыли, что у меня останутся сейчас от воды, и все. И как хочешь, говорится, так и будешь. Мало проблем, так еще, блин, сейчас деньги будут на воду уходить, чтобы воду купить. Получается. Надеюсь, что администрация что-то сегодня схожу, сделает что-нибудь, чтобы вода у нас наконец-то появилась. Ай, кошмар, иначе не представляю. Сейчас не постираться, ничего не сделать, потому что воды-то нету. Это вообще ужас. Я не знаю, теперь как мне быть. Чего-то Василиска ко мне пришла. Пришла тут от меня ногти свои скребет. Ой, ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас сегодня начинается день. Полный приключений. То ли еще будет. Сейчас воды не будет, буду топить снег, хотя бы, чтобы что-то постирать. Да, кися, да посуду помыть. А я... Вот с разбега ведь забегает на меня. Так что вот так вот. Видите, я на кухню пришла, и она за мной на кухню пришла. Да, Василиса? Я сегодня утром в садик пошла, даже не смогла таблетки выпить. Сейчас вот буду таблетки пить. Да, Василиса, убери, пожалуйста, свою попу. Вася. А я козюля. Ладно, дорогие друзья, всем желаю всего самого хорошего. Да, Василиса? Ой, ласкается как. Ой, как ты ласкаешься-то, да? Ласкаешься. Всем желаем всего самого хорошего. Берегите себя, берегите свое здоровье, да, Васенька? Ой, ласкается, ой, ласкается. Ой, 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 как она меня любит. Скажи, хозяйка, дай пожрать с утра, да? И попить. Ладно, пойду попью чай и выпью лекарства. Всем всего самого хорошего. Знаете, чем я занята? Пришивала Марине к сандаликам резиночки. Сандалики пару раз одела, а вот эти вот липучки, которые здесь постоянно отрываются, я их уже пришила, они опять оторвались. Короче, взяла, отрезала эти липучки и пришила вот таким вот образом. Вот здесь вот резиночку и вот здесь вот на эту штучку. Мне нравится вот такой вот способ. Резиночку пришиваешь просто и все.
И будет теперь ребенок дальше носить сандалики. Сегодня вечером отнесу, у нее там другие еще есть. Те маловаты становятся, эти уже нормальные. Вот будет носить. Напишите, как вы делаете вот этот вот способ. Можно, по идее, было на кнопочке, у меня есть клепки делать. Но что-то я решила вот так вот сделать. Напишите, как вы бы сделали. Будет интересно почитать. Всем еще раз здравствуйте. Дорогие друзья, накрасила глазки. Напишите, как вам. Первый раз тенями накрасила, которые присылала мне Миями мама. Ей огромный привет. И ее ссылочка на канал останется у меня в описании. Если что, заходите. Мы со Светой поехали в город, в школу нам надо. По ионным учебным делам. Ну и по пути мне надо зайти посмотреть примерную цену ботиночек. У Маши подошва на ботинках упала. Мне надо и воду купить. Потому что у нас в магазинах уже воды нету. Мы всю выкупили. А без воды, как вы знаете, тяжело. Зайду также в администрацию, буду разбираться насчет подвоза воды. Водоканал, везде буду заявление писать. Пусть решают проблему. Это не моя проблема, что вода замерзла где-то у них там, а мы остались без воды. По сути, они должны решить, так как у меня дома дети. Мне надо детей чем-то кормить, поить. Ладно, идем со Светой на автобус. Потом расскажу, что и как съездила в город насчет воды. Я знаю, что многие сейчас будут переживать из-за того, что у нас воды нет. Ну, на питье детям все равно куплю. Ну, а посуду мыть, да что, придется топить снег. Ладно, идем на остановку. Приехали мы уже домой. Папа у нас уже покупки у нас домой. У нас, смотрите, какой снег идет. Ветер и снег. Опупенный. Сильный-сильный снег. Мы зашли, хлеб еще взяли. На сухарики. Буду сегодня сухарики делать. Ладно, идем домой. Съездила я, дорогие друзья, в город со Светой. Написала я в водоканал заявление по поводу того, чтобы сделали подвоз воды. Не нашла там, но сейчас я уберу сама. Чтобы подвоз воды осуществили в дому. Но если не будет осуществлять, буду... Сейчас мы со Светой еще купили 5-литровую бутылку воды. Ну или будет муж ходить на работу к себе, брать там, набирать воду. Также заходили мы в магазин. Сейчас покажу, что купили. Ну, купили пекинскую капусту. 2 огурчика. А, убирай сразу же в холодильник. Это мы хотим со Светой сегодня шаурму сделать. Также заходили в фикс прайс. Показывать сильно не буду. Но купили Свете плавочки. Потом в этом... Как Света мы заходили? Где мы это брали? Пятерочки. Я сегодня там, кстати, возле пятерочки, возле фикс прайса в пятерочке. У них там вообще гололед возле магазина. Я стала к магазину подходить, как упала. Это вообще что-то с чем-то. И вот такой вот набор взяли для цветов. Нам надо там кое-какие цветочки пересадить, немножко сделать. Также взяли опять котенку корм по акции. Так как воды нету, купили влажные салфетки на всякий случай. И у них пятерочки, знаете, без маски не пускают людей. Я говорю, у меня с собой маски не было, и пришлось там купить упаковку масок. Что-то 3 штуки, 29 или 39 рублей за 3 штуки прибери. Потом дальше купили мы 2 лаваша, будем делать шаурму сегодня вечером, и 2 консервы. Шаурму будем делать консервно-огуречную. И также вы в Инстаграм уже видели то, что я сегодня нанесла себе тени. Могу поближе показать. И мы для теней купили аппликаторы. Вот такие вот цвета выбрала. По 59 рублей за 2 штучки. Это вот. Так ты в упаковочках положи. Также мы зашли, взяли дешевый хлеб, черный и белый. Будем сухарики. Сегодня со Светой сделаем сухарики. Да? А, еще там пакет. Сейчас подниму. Сейчас покажу еще, что взяли. Просто... Или скажу. Нет, скорее всего, скажу. Короче говоря, взяли свеклу, лук и капусту. Разбирать тяжело, долго будет. И сейчас вот кофе попью, потом скоро надо будет в садик идти. Полдня провозилась с этими. Сходила там, вот заявление написала.
Буду, надеюсь, что что-то рассмотрят. Но тут вот уже не первая я, кто звонил. Звонить-то все звонят, но заявление, по сути, никто не пишет. То, что вода замерзла. Поэтому они это не реагируют. Если кто смотрит с Заводской улицы, где у нас здесь вода замерзла, идите, пишите заявление, чтобы быстрее люди отреагировали, и тогда быстрее нам, надеюсь, разморозят. Потому что без воды сидеть-то это очень тяжело. Так вон там открытая святая есть бутылка. И в городе... Дай покажу. Дай. Вот такую вот в Пятерочке взяла за 31 рубль. А у нас тут мы брали за 45. Ладно, вот такие вот у нас покупки были. Этот влог я завершаю. Начну свежий снимать со света. Будем сидеть. Снимать. Сейчас чайник поставим. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк. И подписаться на наш канал. Всех мы вас очень сильно любим. Всем говорим пока-пока. Знаете, что еще забыла показать? Зашла, купила ацикловир Оксане. У нее на губе простуда выскочила. И да, меня спрашиваете постоянно про это пятно. Что это такое? Что это за синяк или грязь на губе? Это нет, это родимое пятно, обычное родимое пятно. Оно у меня никуда не убирается, никуда не девается. Поэтому так вот. Надеюсь, ответила.